Йоу-йоу-йоу. Йоу-йоу-йоу, привет, привет. Как оно? Привет, да все отлично. Все, выходи заново. Всем привет, с вами снова я, Виджей Лопатин, а вы смотрите новый музыкальный проект «Караоке Баттл. Звезда Пой». Это город Уфа, на связи с вами. Ну и сегодня у нас в гостях персона, я бы сказал, даже московская персона, личность, танцор, модель, ведущий. Встречайте бурными аплодисментами Дамир Байжумира! Всем привет! Как дела, народ? Мне надо, наверное, да, сейчас о себе рассказывать. Да, что-то. Можешь вкратце рассказать о себе. Меня зовут Дамир. Серьезно? Меня знают как мистер Бейдж. Дамир Бейдж в Инстаграме. Вот, как уже Евгений сказал, да, я ведущий, я танцор, короче, много чего там, чем занимаюсь. Есть ли у тебя опыт пения? Где ты когда-то-нибудь участвовал, не знаю, в вокальном конкурсе, может быть? Может, ты вообще талантливый певец? В душе поешь? В душе вообще, знаешь, я запиваюсь, я еще воду подкидываю в рот, чтобы еще красивее было. Подкидываю в рот. Голос-то есть? Я, да, наверное, есть, ну, вроде как. Я думаю, сегодня мы это проверим. А что слушаешь? Ой, сложный вопрос, на самом деле, я меломан, вот, но и хип-хоп с удовольствием, и какой-то рок там, и транс, и клубные какие-то, и попсу, всякие там нюши, не нюши. Ты что слушаешь? Я слушаю в основном попсу и музыкальный проект X-Band. Это раскрученные, да, ребята здесь? Да, кстати, такая тройка бомбит вообще просто по всем городам. Я вот их в Мелюзе как-то раз вот случайно вообще проездом был. Да ладно, Мелюзе, я их в Мисигутово где-то видел. Мисигутово? Да, представляю. Вот буквально на засыпку тебе первый трек, давай угадывай. О-о-о! Тату на теле, как офигели все, когда узнали, на кого запал. А это не из Блэкстара, парень? Это кавер на X-Band. Почему делал то, за что мне утром стыдно? Я будто была с ней, лучше с ней. Я была не, бейбен, бейбен, я была не. Это мод! Неплохо разбираешься в попсе. Нет ничего круче, чем моя. Ага. Это Black Star Mafia. Это балл считается, то, что я отгадал? Нет? Забей. Там, забей. Кто поет? Сейчас, погоди. Опять не знаю, что поет. Это не из рекламы Coca-Cola. Это не Quest Pistols? Нет. Нет. Попробуй чувства, чувства на миг открыться. Время и стекло. Господи ты, а это Нюша и M-Band. Поехали. Девчонки, помогите, пожалуйста. Там можете помочь отгадать трек здесь? Я просто передать сейчас часу. Послушайте, включи, пожалуйста. Просто меня включили, знаете, скажите, пожалуйста, то, что вот сейчас в передаче... Там бэнд. Здесь там бэнд, говорят. Там бэнд это? Да. Привет, меня зовут Гузель. Передаю привет Челябинску. Челябинску передают привет. Йоу. Йоу. Едем в Москве, читаем рэп. Нам все круто. Мы танцуем, а на нас люди так смотрят странно, да. Потому что мы в машине сидим вот такие вот. Всем махаем. И просто у нас хорошее настроение, мы позитивные ребята. Находите нас в социальных сетях. Это Виджей Лопатин MTV и... Дамир Бейдж. Вот, ну, в принципе, везде. Да, прямо сейчас на экране появляются наши ники в Инстаграме. Сегодня мы с тобой кайфуем. Это панты, это панты. Смотри, где я, лучше смотри, где ты. Это панты, это панты. Это панты, это панты. Это панты, это панты. Я отвечаю, короче. Это Тимати, панты. Ты должен его знать. Ты так красиво говорила. Так кто его исполняет? Без понятия. Ё-моё. Я так и знаю. Так, ну что ж, мы едем дальше. И следующая у нас рубрика «Задание. Звонок другу». Кто там сигналит? Эй, сюда иди. А, у нас стрелка. Эй, сюда иди, мы тебя порвём, а. Натурно. Москве, мы там туда сейчас. Да. Я участвую в программе здесь, музыку угадываю. Ты вообще на связи, нет? Вот, я тебя ставлю. Я смотрю в небо. Я не знаю. Я тоже вот без понятия. Просто если ты сейчас не угадываешь трек, он теряет 5000 и выходит из машины и идет пешком. Чего? Натан? Это Натан?
Дамир, короче, ты теряешь 5000 и выходишь из машины. Вы не угадали этот трек, это Крид. Дебилы! Это звездопой. Если вы хотите стать участником такой замечательной программы вот в этом автомобиле, напишите мне ВКонтакте, Евгений Лопатин, сперва меня найдите, или просто делайте скрины, фотки вот этого видео, которое вы увидите в социальных сетях, конечно же, в Инстаграме. Выкладывайте в Инстаграм скрины вот этой картинки, значит, этого видео, и подписывайте хэштег «Звездопой Уфа». Мы, естественно, найдем ваши фоточки и выложим в своих официальных ресурсах. Спонсор нашей сегодняшней съемки и программы является официальные... Резинки! Смотрите, они очень удобные. Мне сказали, надо прорекламировать резинки. В общем, если у вас есть друг, которого вы не любите, вы можете натянуть его. Ой, резинку, ну его тоже. Следующий наш спонсор — это семечки Белочка. Вкусные, большие, соленые, черные, аппетитные. Да. Как твой властелин черный. Давай, пока угощайся семечками, пока мы спасибо. Едем. А мы в Черниковку едем, что ли? А сейчас рекламная пауза. Я думаю, пора нам заканчивать нашу программу. У нас эфирное время просто ограничено. Семечки, Белочка. Всем привет, нас узнают, сигналят прямо с дороги, вообще, это круто. Друзья, любите друг друга, не болейте, любите родных, чтобы у вас все было хорошо, чтобы все, знаете... Вот там вот как... Ты что, на свадьбе находишь что-нибудь? Сам лично доволен. Вообще, оборжешься просто. В Москве такого нету. Ну, как сказать, там жалкая пародия. Пародия нашего проекта, кстати. Конечно. Я буду... Суки, спиздили. Караоке батл. Звездопой. Подписывайтесь на Виджей Лопатина. С вами был Дамир Бейдж. Всем пока и удачи. Сука, а что я там, бля, веду? Напоминаю, что вы смотрели музыкальный проект «Караоке Батл. Звездопой. Это город Уфа». И сегодня у нас в гостях был Дамир Божемилов. Следующая съемка в Черниковке. До новых встреч. Всем пока. Мы вас целуем и любим, и крепко обнимаем. Пока-пока. Москва с вами. Евгений, вы такой очаровательный. Может, с вами сделать селфи. С хэштегом «Звездопой». Да, Уфа. «Звездопой Уфа». Там может, знаешь, как... Где? А, блин, я забыл, что мы... Давай камеру... попрощаемся, запарил ты. А, жарко, с***ка. Ладно, давай, все, большое спасибо. Давай, братко, увидимся. Все, жду теперь в Москве. Да. Вам всем большое пока, большое спасибо. Все, чао, какао. Все, погнал я. Давай.